eSportBets.com. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Еще раз всем привет, друзья! С вами студия КСЛ ТВ и по-прежнему Страйк. Наблюдаем за матчами Star серии Season 9. Онлайн-часть. Кураж против Нави. В данный момент будут начинать сайд-пик, и карта, как вы могли понять, будет Мираж. Что можно сказать по поводу этого матча? Ну, однозначно, что Куражи здесь в качестве аутсайдеров, Нави фавориты. Но последние выступления команды Кураж абсолютно со всеми грозными, именитыми, какими угодно соперниками команды Кураж играет практически на равных. И даже вот вчера умудрилась сыграть команда Virtus.pro в ничью. Не знаю, правда, на какой карте. Вчера меня, к сожалению, не было, но это можно посмотреть, но это не столь важно. Главное, что парни, независимо от того, кто против них играет, показывают максимум и говорят, вчера зажигал Simple. На сайд-пике у нас никаких шансов не оставляют рожденные побеждатели Куражей. Будут выбирать сторону дефенса. Ну и мы будем наблюдать за интересной атакой от команды Кураж. Что же парни покажут нам такого незаурядного, сверхъестественного и того, чего мы не видели? Будут ли такие нашифровки у команды Кураж, или все же все будет довольно-таки банально просто? Два слэма появилось у вас на экране, но это бывает такая штука. Игорь клонировал себя и одного отправил в Москву, а второй остался в Киеве помогать мне. Точнее, я ему помогаю. Его клону. Ладно, неважно, это уже какой-то полубред. Смотрим, что на карте происходит. Старикс, Эдвард контролировали. А нет, это, я думал, это мидл, а парни в зигзаге вдвоем. Костя Призрак вместе с Блейдом под Бэплантом. Сейзет их контролирует и пытается начекать. Тем временем Simple World Edit Easy One будут с бомбы выходить на аплент. Ну вот сейчас что-то интересное намечается. Итак, к Сейзету пошел выход. Как его будет оформлять команда Кураж, давайте смотреть. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, ну вот туда больше не будем смотреть. Призрак забирает Эдварда. А тем временем команда Кураж. Команда Кураж, где же вы, парни? Ну вот Ковач должен понять, да. Вот Ковач дает информацию своим тиммейтам, что это развод. Бомба стоит на пленте. И теперь для нами предстоит очень непростое выбивание. Simple в пленте. Позиция не из самых простых при выбивании. Но и что же здесь придумает Simple? Давайте смотреть. Но нашифровочка от команды Кураж мне уже нравится. Призрак минус сейзит. Simple забирает Гвардиана. Второй минус. Нет, не делает Simple. World Edit забирает Земса. И Старик. Один против пятерых. Сделал два минуса Сережа, но этого недостаточно для победы в этом матче. Куражи, как и команда Aces, против своего именитого соперника начинает довольно-таки неплохо в атаке. Берет пистолетный раунд. Но что же будет дальше? Что же будет дальше? Вот в чем вопрос. Могут ли Куражи навязать действительно серьезную борьбу для команды Na'Vi? Na'Vi понимают, что им нельзя терять очки вообще. Им нельзя было терять очки в матче против Натика. Но парни все-таки сыграли в ничью и потеряли 2 очка. Если будут потери с Куражами, то шансы Na'Vi на выход на лан-финал 9 сезона Star серии будут действительно нищебродски малы.
Так, что-то затяжное эко от куражей, точнее, от команды Na'Vi. Куражи пытаются занять апвент, но что-то все никак не получается. Сделали один минус, но при этом плотно просели по хелсбарам. Видим, действительно испытывают проблемы куражи в этом раунде. И чем же это закончится? Бомба установлена, и теперь только на выбивание могут рассчитывать рожденные побеждать. Но вот по позиции Ивана Сухарева можно сказать, что выбивания не будет. Просто постараются засейвить свои пистолеты, не дать заработать денег куражам в первую очередь, ну и по возможности подловить кого-то из оппонентов и забрать дорогостоящие девайсы. Что из этого выйдет, не знаю. Мне кажется, Blade и компания уйдут в безопасные позиции выходит Blade и компания. Вот такой вот радиус отделяет их от команды Na'Vi, ну и, собственно, сейв удался. Без потерь куражи берут первый экономический от Na'Vi. Что дальше? Что уже дальше? У Ковача есть засейвленный дигл. Что придумает Словак с этим убойнейшим пистолетом? Мы сейчас с вами посмотрим. Ну, в медле нет соперников для Словака. И вот только на Б-пленте у Дениса Костина могут возникнут трудности, причем трудности сразу от четверых игроков команды Кураж. Ой-ой-ой. И Na'Vi также укрепляют Б-плен. Guardian вместе с Зеусом забирает на двоих костью призрака. Ковач, отличный хедшот. Проблемы на эко у Куражей, но вроде бы дальше все спокойно. Словак, Зигва, что творит? Хедшот по симплу. Красный остается. О-о-о-о-о, мой бог. Зиван остается красный, и Эдвард его добивает. Вот так вот, на ровном месте куражи проигрывают экономически рожденным побеждать. И да, Na'Vi удивили. Недаром сейвили Словака Дигл, и Словак его реализовал на все 200%. Три минуса с Дигва, и эко достается команде Na'Vi. 2-1. Это уже интересно. Это уже интересно. Что же придумают дальше? Смотрим на карту. Как будут развивать свои атакующие действия куражи? Блейд и Симпл готовы зачекать миду. Прилетает дым Словаку в окно. Попытка в дым кого-то отстрелить. Ну, как видим, не попадает. Эдвард в зигзаге спалил занимающих мидовых игроков команды Кураж. Дал информацию тиммейтам. Ну и теперь надо смотреть, что же будут дальше делать куражи. Готовят платформу к атаке на плен. Зиван уже под выходом из ковров. Ждет какой-то агрессии от Na'Vi, но, как видим, здесь ничего интересного, в принципе, быть не должно. Хотя Сережа Старикс поднимается по лестнице и будет вот в такой вот агрессивной позиции принимать выходящего игрока по коврам. Guardian, есть open фраг, забирает Ворда Дита, падает призрак, и теперь момент для Сережи Старикса. Отличный тайминг, и падает Зиван. Simple, пока единственный, кто сделал минус в этом раунде у команды Кураж, забрал Эдварда на зигзаге, подобрал его девайс и теперь готов сделать второй минус. Смотрим, что из этого выйдет. Получает свертухи. Выписывает Сейзеду. Перестрелка с Зевсом. Такое ощущение, что по символу просто не попадают. Сначала вот Зезус. Нет, это был Сейзед. Сейзед попал по голове, но потом просто пули как будто в матрице обходили симпла. Точно так же не попадал Зевс, но вроде бы справились с симплом и заставили команду Кураж сливать. У Словака по-прежнему ВП, а вот Зевс, по-моему, решил удивить куражей и вот взял такой незаурядный девайсик. Такой вот незаурядный. Что из этого выйдет? Ну, к Зевсу не пойдут. Тем временем у Словака намечается экшен. Из подвала выходит Костя Призрак, ну и выход вроде бы пойдет на бэк Сейзеду. Денис готов громить куражей на подходах к бэпленту. Префайром получает пулю в дым. Понимает, что дальше соваться не стоит. Ну и что же будет дальше? Хайлайт или смерть? Что ожидает Дениса Костина? Ну, как видим, два минуса сделал. Дальше Зиван разбирается с Сейзедом без особых проблем. 2-4 ситуация, падает Зиван, Ворд Эдит. 1-4, есть девайс. Пытается его разыграть и выдавить как можно больше пользы из подобранного девайсика. Ну, что же, погоня начинается. Na'Vi идут по стопам. Ой-ой-ой, Данил. Данил, бабах! Есть! Недаром купил новую, заработал 900 баксов, забрал World Edit, подобрал М4А4 от Дениса Костина. Ну и, собственно, раунд для Зевса удался. Задумка снова реализована. Что самое главное, денег заработал. Отбил покупку практически на все 100.
Так, Славок не понимает, что такое, почему нет нигде соперников. Это непорядок. Эдвард отправляется на поиски. Ну, а вот что же у Сережи Старик? Опять-таки Джекшн в коврах и на этот раз проигрывает дуэль своему, кстати, бывшему капитану. А Блэйд в свое время координировал действиями Сергея Старикса, но это было давненько. Довольно-таки давненько. Ну, на самом деле все под контролем. У Нави Эдвард поджимает спину, и Ковач начинает бомбить куражей на пленте, забирает призрака. Что дальше? Зевс минус Зиван, ну и как раз таки здесь уже должен подходить Ваня Эдвард. Забирает Симпа, минусует Ворд Эдита, в живых остается только Андрей Блэйд Городенский, который падает от рук Сейза. До 4-2. Что ж, пока повторение у нас предыдущего матча. Все, что смогли взять куражи на данный момент, это пистолетный раунд и один экономический. Все остальное пока забирает команда Нави. Для куражей на самом деле уже нет каких-то турнирных целей высоких. Это действительно крепкий середнячок турнирной таблицы, который не боится вылететь из старт-серии, но и также не может рассчитывать на шансы попадения на ван-финалы 9-го сезона. Так, ну вот на эко вроде бы все спокойно. У Нави Сейзет 2 минуса на бакленте. Симпл постарается выдавить максимум, но Сейзет не дает этого сделать. Забирает Симпла 5-2. Без потери на эко у команды Нави. Все спокойно. Так, ну вот теперь посмотрим, что же у нас получится у Симпла с АВП. Оппонент действительно серьезный. Как-никак это сам Гвардиан, сам грозный словак против Симпла. Симпл с хорошим респауном выходит, попытка отстрелить кого-то в окне, но здесь абсолютная чистота и только словак. В данный момент продвигается по зигзагу, занимает вот такую вот интересную позицию через подсадку и тимплей. Будут разбираться с Симплом, но Симпл все контролирует, перестреливает словака. Ну, на самом деле перестрелка была неравная, словак выступал в роли выходящего, а Симпл контролировал, что позволило спокойно забрать снайпера команды Нави. Эдвард отвечает минусом. В зигзаге забирает Ворд Эдита. Ну вот, достойный ответ от Вани. Что дальше? Симпл. Второй минус в этом раунде. Забирает Зевса в окне. Ну вот, все-таки недаром Симпл купил снайперскую винтовку. И действительно, пока спокойно ее реализовывают. Стоит на Б-пленте. Минус Зиван. 3 в 3. Что на карте происходит? Ну и как видим, Нави абсолютно читают действия своих оппонентов. Втроем принимает Б-плент. Ну и капитан команды Кураж также не промах. Ага, вот за счет чего Нави читают все действия от команды Кураж. Старикс прочекал, здесь все чисто, ну и теперь должен находить костью призрака. Да, тайминг просто хороший, Сережа забирает Костяна. Симпл и Блэйд вдвоем против троих навишников. На пленте Сейзет готов удивить Блэйда и Симпла, ну и смотрим, что из этого выйдет. Бомба установлена, или устанавливается. Ой-ой-ой, Симпл не попадает в голову. Падает Блэйд, Симпл один против троих. Смотрим, что придумает Симпл. Будет бороться за последнего, но молотов под ногами и хедшот от Сережи Старикса. 6-2. Нави спокойно продолжает набирать раунд за раундом в первой половине, что, конечно же, позволит им заполучить заведомые 3 очка в очередном матче Стар-серии. Так, ну вот вроде бы с деньгами у куражей все нормально. Бомбу ставили. Полный бай. Вооружены до предельного максимума. Абсолютный запас гранат. КМ и Калашникова, тяжелые арморы. Все, что надо для победы в этом матче. Ворд Эдит падает от Зевса. Неплохой поджим от команды Нави. Вдвоем вместе с Сережей Стариксом агрессировали на яму, ну и реализовали свой поджим. Тем временем Костя Призрак готов удивить рожденных побеждать. Где-то вот в этом моменте. Именно перемычка. Под контролем Костяна. Перестрелка Зевсом. Ну, пока ничего интересного. Ну и как же нагло играет Данил. Посмотрите. Выходит на двоих и практически сбривает. Еще и Блэйда. Блэйд разменял все-таки своего падшего тиммейта. Ну и теперь опять-таки же в меньшинстве находятся куражи. Старикс минус Зиван. И теперь та же связочка у нас. Симпл и Блэйд. Вдвоем уже против троих навишников. Сейзет, Гвардиан и Старикс постараются взять очередной раунд для своей команды. Ну и вряд ли им что-то помешает. Все
довольно-таки неплохо укреплено. И вот только Денис Костин получает хедшот в прыжке от Блейда. Какой контроль! Занимается Б-база, устанавливается бумплент. И теперь проблемки у Нави. Казалось бы, у Сейзет должен спокойно вот этим прыжочком прочекать, но Блейд поставил просто невероятный хедшот. Симпл падает от Гвардиана. Блейд минус Словак в зигзаге. 1 на 1 против Старикса. Ну вот встреча бывших тиммейтов. И кто кого? Сережа Старикс или Блейд? Блейд уже сделал 3 минуса в этом раунде. Флешка манцует. Сережа Старикс все-таки круче. Все-таки круче в данном моменте. Заверяет Серега Блейда. 6, нет, уже 7-2. 7 раундов подряд берет команда Нави. На карте Мираж в защите, проиграв пистолетный раунд, но не расслабляясь на экономических, взял Эко и начал свою победоносную ходьбу за очередными 3 очками в этом матче. Очередной бай от Куражей. У Симпла вновь появляется АВП. Что же будет здесь? Ну, на этот раз Симпл не идет забирать миду, отправляется в ковры. Моментально в ковры прилетает смачок. Ну и, конечно же, действия снайпера команды Кураж очень ограничены в этом моменте. Что делать дальше? Идти в дым с АВП не по шансам. Зиван будет помогать своему тиммейту и прочищать дорогу к выходу с ковров. Ну и еще один дымок. И как же дальше выходить? Как же дальше выходить по коврам? Сережу Старикса оставляют одного на пленте. Вот такая позиция. Ой-ой-ой, куда я переключаю? Вот такая позиция у Сережи Старикса. Зевс в районе перемычки. Все пока под контролем у команды Нави. Ну а Симпл готов сделать первый минус в этом раунде. Ой-ой-ой, попадает по Зевсу каким-то прострелом. Забирает 20... Нет, да. Нет, 33% здоровья. С математикой вроде бы все окей, но вот в такой вот простой ситуации не смог с первой попытки посчитать, сколько же потерял Даня. Итак, что же будет у нас в этом раунде? 2 игрока у Нави по-прежнему на Б-планте. Это говорит о том, что Аплен встречается только троицей от Нави. Но вроде бы неплохо справляются. Словак мажется ВП. Еще один промах. Но дальше перестреливает Симпла и не даст поставить бомбу Зивану. Зиван один против троих идет. Просто в спину заходит Словаку, но Словак тоже хитер. Хитер-бобер, 8-2. 2 минуса от Гвардиана в этом раунде и 8-й раунд в копилку команды Нави. Да, по сравнению, конечно же, с матчем против Фнатик, не было такой уверенности в действиях у Нави. А вот с Куражами действительно пока получается практически все. 8 раундов к ряду, и Нави хотят оформить разгром в этом поединке. Сейзет готов принимать выход на Б-плент. Страховать его будет Ваня Эдвард. Ваня, есть первый минус. Дальше должен вступать в игру Денис. Денис, ну, на самом деле, с проблемами справляется с Ворд Эдитом. Что дальше? Эдвард также не попадает. Но дальше Пистол Кинг берет USP Tactical в руки. Забирает призрака, минусует Зиуана. И в живых остается только Андрей Городенский, который так просто не сдается. Забирает Сейзеда. Был еще красный Эдвард, но вот уже... здоровья не хватило у Андрюши на этот минус. 9-2. 9-2. На ЭК, опять-таки же, без особых проблем и практически без потерь отыгрывают рожденные побеждать. У Симпла, опять-таки же, АВП. У Сейзда плетка. Что-то у Дениса пошло не так. Ну и поджим от команды Нави. Ворд Эдит выиграют эту дуэль у Ивана Сухарева. Сейзет минус на Б-планте. Спокойно расправляется с плетками в руках с Кости Призраком. И у нас опять-таки же равенство в этом раунде. Зевс поджимает подвал, забирает Блейда, выбивает из того бомбу. Ну, ой-ой-ой. Не совсем удачный дымок. И как отсюда выбираться? Симпл с АВП минус Гвардиан. Ворд Эдит забирает Зевса. 2-3 уже в большинстве находится команда Кураж. Но бомба по-прежнему в подвале. Что же придумают куражи? 50 секунд есть на все про все, дабы забрать бомбу, выйти на какой-либо из плентов и установить. Или просто убить двоих оставшихся игроков команды Нави. Сейзет. Вот такая нестандартная позиция. С плетки удивил Зиуана. Что дальше? Симпл справляется. И теперь Сережа Старикс. Один против двоих. Бомба ставится на Б-пленте. Ворд Эдит. 25% здоровья. Что
увеличивает шансы Сережи Старикса, но, по-моему, Симпу настроен сделать последний минус. И да, это третий минус в раунде от Симпла. 9-3, куражи берут первый оружейный. Размочили парни, действительно, до этого получалось только играть на эко-оппонентов и в одном пистолетном. Так, ХП World Edit, пишет Ваня. Красный Ванек, не переживай, ты действительно попадаешь плотненько. Плотненько попадает Ваня. И вот даже в таких моментах пытается убедиться в своей силе и мощи, дабы знать, что да, действительно попал. Но вот доля случая, и World Edit стал победителем этой дуэли. Так, смотрим на карту. Куражи готовы раскидать БПН. Зиван 1 контролирует поджимы Сапвента. А вот такая позиция у Зивана. Ну и уходит спокойно на помощь своим тиммейтам. Сейз и Эдвард. Опять-таки же эта парочка готова принимать выходящих куражей на БПН. Так, ну Сейз, да, оставили одного. Это может плохо закончиться. Еще один дымок. Подальше Молотова. Ой-ой-ой, какое чтение. Чтение оппонентов, по-другому это и не назовешь. Сейзит готов ошарашить куражей при попытке выхода на бэпвент. Ой-ой-ой, опасность. Костя-призрак падает, дальше падает Блэйд. Сейзит по-прежнему просто крушит команду Кураж, забирает еще и Симпла. Ну и теперь настал черед Вани Сухарева. Ваня, давай, жги. Забирает World Edit и в дыму находит Дивана. 10-3. Не дают Нави закрепить успех куражам и берут раунд в ответ. Экономически назревает у куражей. Будут сливать на последний раунд. Да, вот какая-то сегодня изи-каточка. Изи-каточка для Нави. Ну вот единственное, что Фнатики огорчили, отобрали 2 очка. Но ничья тоже не самый плохой результат, но действительно обидно, что у Нави был матчпоинт, могли его реализовать, но, к сожалению, сделать этого не смогли. Так, что же там происходит? Даня на пленте, есть open фраг, забирает World Edit. Напомню, это эко от куражей. Ну и Сережа Старик в скобрах забирает Зиуана. Гранатка Симпл под ноги, Гвардиан минус Блэйд, и все спокойно должно быть для рожденных побеждать в этом раунде. Сережа, ой-ой-ой, врезался, ой-ой-ой, пробежал. Ой-ой-ой, хотел еще и зарезать Симпла, но это был бы вообще эпик фейл для игрока команды Кураж, но этого не произошло. Итак, 11-3, последний раунд первой половины, и смогут ли куражи взять четвертый в атаке против команды Нави, которая действительно настроена на максимум. И понимают парни, что надо просто выиграть все оставшиеся матчи, а их осталось не так уж и много. Это предпоследний матч команды Нави. Надо посмотреть, кстати, кто последний у Нави будет. Но, мне кажется, там уже каких-то громких имен не осталось. И Нави после победы над куражами должны заполучить еще 3 очка в свою копилку. Так, что у нас происходит? 3 АВП. Вот это нонсенс от Нави. Это что-то в стиле Стана Драгон а-ля последний раунд играем с 5 АВП. Но на этот раз у команды Нави всего лишь 3 АВП. Сейзит на Б-планте. Поджимает все четко. Забирает кость призрака. Зевс перемычки. Готов сделать еще один минус. А где же Словак? Словак на КТ-спауне и ждет какого-то экшена, в первую очередь, от куражей. А вот Зевс ждать экшена не собирается, идет на рожон. Даниил подкараулил World Edit, но Блэйд разменял своего тиммейта. 4 в 3. В большинстве по-прежнему Нави. Зиван выходит на Б-плент. И, по-моему, Сейзет даже не знает, что сюда вышел игрок команды Кураж. Да, интересный момент, как же так Денис пропустил. И, по-моему, это все плохо закончится. Нельзя, ой-ой-ой, все, ну зачем? Зачем? Дайте мы это время выйти. А, хотя, нет, все правильно. Союз контролировал выходящих игроков команды Кураж. Ошибка от Зиуана, ну вот на ровном месте теряют преимущество. Так бы было 3 в 3, поставлена бомба на Б-планте. И очень шансы были велики взять четвертый. Союз пишет, с окна пришел или откуда? Да какого с окна? Ты сам пропустил его, Денис. Гвардиан минус Симпл будет борется за победу в этом раунде. Забирает Эдварда в кухне. 2 против 1. Ну и что же дальше? Ковач без проблем. 2 минус ВП. 12-3. Разгром команды Кураж в первой половине. Ну и победа в пистолетном в защите. Ой, точнее, в атаке для Нави. Это конец для куражей на карте Мираж. Статистика на ваших экранах. Ну, Нави, в принципе, идут вообще очень ровненько. Вот та неудачная игра от Сережи Тарикса на Т
трейне против Натиков. Сейчас была полностью... Точнее, Сережа полностью реабилитировался. 10 фрагов, 0 ассистов, 5 смертей, 2 MVP, 26 очей. Все, в принципе, нормально. Тиммейты также далеко не оторвались. И при этом 15 фрагов у Сейзеда, 14 у Ковача, Эдвард 14 и Зевс 12. У команды Кураж. Ну вот здесь немного все тяжелее. Simple и Blade. Действительно, эти два парня пытались навязывать борьбу в первой половине. Но вот World of Dead, Зиван и Призрак что-то слабенько выглядит. В этом матче 4 фрага у World of Dead Zivana и 3 фрага у Кости Призрака. Итак, пистолетный раунд, а именно второй пистолетный раунд на карте Мираж. На этот раз Нави в атаке. И что покажут нам парни интересного. У Куражей был очень, кстати, прикольный пистолетный. Развод на Б-плент, бомба высадилась тем временем на А, была установлена. Спокойно парни взяли этот раунд, но проиграли, к сожалению, экономически. Так, что у команды Кураж. Призрак один на А-пленте. Призрак, точнее, вместе с Блейдом. Блейд вот такая позиция и Призрак вот такая. Что же дальше у команды Кураж? Симпл в медле. World of Dead на хелпе у Зивана. Ну и, собственно, ждут выхода на Б-плент. Тем временем выход от Нави на А-плент. Сейзет готов громить и тращить Нави. Вставляет красным симпл, при этом падает. Два минуса от Нави, установлена бомба. Ситуация 3 в 4. Ну и, скорее всего, здесь уже можно будет писать ГГ. Старик забирает World of Dead, Зиван борется. Минус Старик, Эдвард разменял. Ну и теперь Кость Призрак один против троих. Забирает Гвардиана, но дальше все спокойно. Эдвард ставит точку в этом раунде. 13-3, пистолетные за рожденными побеждать. Два экономических от Куражей. Что позволит взять ничью в этом матче Нави. Хотя, зная Блейда, парни могут закупиться в третьем раунде. Но посмотрим, или все-таки будут играть на ничью. Так, у Нави абсолютно все отправляются в мидл. Блейд все это должен чекать. Как минимум одного игрока Нави заметил в мидле. Ну и что же, подловят ли Андрюшу? Андрюшу Блейда. Укрепление Куражей на А-пленте. Blade, Zivan, World of Dead, Призрак, Simple. Короче, вся команда Кураж просто и плотно засела на А. Тем временем Сейзет аккуратненько, медленно чекает всевозможные позиции под Б-плентом. Гвардиан и Эдвард уже прошли по зигзагу. Blade должен сейчас все это спалить, но тут Андрюшку просто перевернули. Вот такая позиция. Сдаюсь, говорит Блейд, и отдает под полный контроль Б-плент команде Нави. Дальше все без проблем. Симпл и Зиван остаются вдвоем против пятерых. Зиван постарается сделать минус, не дает этого сделать Сережа Старик. Симпл также в попытке сделать хотя бы фраг, ну, падает смертью храбрых. 14-3. И вот как раз таки о чем я и говорил. Закупочка от команды Кураж. Не хотят парни из Куражей давать так просто ничью, рожденным побеждать. Но это все плохо может закончиться. Хотя, с другой стороны, если бороться, то за самые высокие цели. И самая высокая цель для Куражей — это победа в этом матче. World of Dead на зигзаге ошибается, но чудом уходит. И при этом оставляет еще и Эдварда красным. 14%, нет, 18% здоровья остается у Вани. Сейзет минус диван. Бэплэнд практически защищен. Только Симпл постарается остановить Нави на бэплэнде. Перестреливает Зевса. Блейд минус Старик. Симпл что творит? Забирает еще и Сейзеда. 2 в 3 уже в большинстве. Нави, Симпл минус Эдвард. Гвардиан один против двоих. Бомба в руках. Что будет делать Соловак? Давайте смотреть. Так, и позиции, наверное, Куражей еще покажу вам. Вот такие вот две девайсы. Не самые подходящие. Ну, вот у Блейда АКМ все хорошо, а вот у Кости Призрака новый в руках. И только ближнее расстояние спасет Костяна в дуэли против Словака. Так, ну, Словак якобы делает имитацию того, что он убежал на апплент. Но, как видим, Куражи спокойно себе контролируют и будут убивать Гвардиана. Так, бомба установлена. Да, слышит это Блейд. Не спешат врываться Куражи. Что придумает Гвардиан в этом раунде? Ой-ой-ой, Кость Призрак и его Драбадан.
Блэйд 1 на 1, ну и сегодня капитан на высоте. Капитан команды Кураж. Блэйд, оставшись 1 на 1 против Словака, хладнокровно по пулю с АКМа, расправился с последним игроком команды Нави и взял четвертый раунд для Куражей. Задумка сработана. Все четко. Волевой бай. Взяли Куражи. Не отдают так просто ничью рожденным побеждать и заставляют попотеть команду Нави в этом матче. Кстати, выделить, наверное, в предыдущем раунде стоит Симпла, который, оставшись красным в перестрелке с Зевсом, сделал еще два минуса и положил начало камбэку команды Кураж. Так, что-то интересное. В медле Сережа Тарикс уже вышел из подвала и готов взять под свой контроль перемычку. Или этим займется Даниил Тесленко. Смотрим, что придумает Даня. Отдымление перемычки будут проходить по зигзагу. Ну да, в очередной раз будут... Ой-ой-ой, Ворд Эдит с мухой в руках. По голове Эдварда попадает. Опен фраг от Куражей. Что дальше? Ай-яй-яй, Ворд Эдит. За второй попытки забирает Эсейзеда, но дальше в игру вступает Даниил Тесленко. Забирает Ворд Эдита. Минус на пленте. Падает Зиуан. Симпл готов страховать тиммейтов, но Зевс также сегодня на высоте. Третий минус от Данила. Будет ли четвертый? Нет, с Блэйдом сегодня шутки плохи. 2 в 2. Но теперь бомба стоит, и позиции Нави действительно хороши. Выбивание будет очень непростым. Сережа Старикс забирает Блэйда. Костя Призрак один против двоих находит Словака, но Словак при этом остается жить и будет выступать в роли назойливой мишени для Призрака. А вот Старикс будет разменивать своего тиммейта. Бомба пикает слишком быстро. Призрак. Нет дефузов. Ну да, это провал в этом раунде. Старик ставит точку. 15-4. У Куражей нет денег вообще. Смотрим на эту несчастную экономику. Да, максимальное количество денег 2500 зеленых енотов. Ну и Нави готовы. Готовы забрать 3 очка и продолжить бороться за попадение на LAN-финал 9 сезона Star серии. Так, что же у нас дальше? Надо посмотреть, что там у нас дальше по расписанию. Что же там происходит? Так, что мы еще с вами сегодня посмотрим? Нави Кураж. Дальше будем смотреть борьбу Клан Мистиков против NIP. Ну и это только начало. Ой-ой-ой, а тут у нас зарубка продолжается. Пока я отвлекался, Гвардиан остался один против троих, сделал минус. Сделал минус, и теперь в ситуации против Симпла и Призрака надо что-то придумывать. Ну, позиции... Ой-ой-ой, как четко нашивает Призрак, ну и этот минус должен делать Симпл. Да, оформляет первый отыгранный матчпоинт для Куражей. Осталось отыграть еще 10, и вот тогда Нави точно на LAN-финалы не попадут. Кстати, тем самым заставили Нави сливать. Я думал, с экономикой здесь немного поувереннее. А на самом деле, проиграв первый же раунд, Нави остаются без денег и будут сливать. Что позволит отыграть второй матчпоинт, если же, конечно, Куражи не допустят каких-то несуразных ошибок. Так, а я вот смотрю, какие у нас матчи на сегодня. Итак, следующая встреча, которую будем смотреть, уже сказал, это будет Клан Мистик против NIP. Дальше онлайн-босс против Hellraisers. И завершит сегодняшний игровой день встреча команды LDLC против Добрый Гейминг. Такая вот интересная пара. На самом деле французы, мне кажется, фавориты. Точно так же, как Ашеры фавориты против команды онлайн-босс. Ну, а тем временем... Нави на эко-раунде создают проблемы для Куражей и постараются перевернуть. Пока не особо получается, в живых остается только Гвардиан с бомбой на руках. Но, на самом деле, даже очень хорошо получается. Три минуса на эко — это всегда хорошо. Итак, Словак, если выиграет дуэль Ворд Эдита, но он ее не выигрывает. И тем самым дает возможность отыграть Куражам еще один матч-поинт.
Ага, предыдущий был не эко у Нави, а был форсбай. Были пистолеты плюс арморы, и теперь вот только сейчас Нави будет проводить экономический. Так, кто же там будет принимать выход на БПН? Смотрим, это будет товарищ Диван. Вместе с World D там, ну, вроде бы должно быть все спокойно, хотя пока не очень. Ой-ой-ой. Какой экшен в полете. Сейзет все-таки забирает Дивана. Сейзет подбирает девайс. О-го-го-го! Симпл посадил на нож Сейзета. Это нож, друзья. Куражи дерзкие. Дерзкие ребята. Проигрывая со счетом 15-6. Точнее, был счет вообще 15-4. Куражи не сдаются. И еще и посадили Сейзета на ножик. Это нож. Это нож, и это всегда неприятно. Денису это не нравится. Денис будет мстить. На самом деле, куражи за последнее время поднатаскались, потренировались, поднашифровались, сыгрались друг с другом. Ну и вот только сейчас начинают показывать результат. Итак, призрак, фрейф под флешку, забирает Сейзета Блейд. Ну вот если бы Блейд забрал Гвардиана, было бы все просто шикарно. Но Блейд не справился со стрельбой, проиграл перестрелку, но Симпл с АВП забирает Зевса, и куражи по-прежнему впереди в этом раунде. Невероятная читка от команды Кураж. Там Зион поджал, все нормально. Все нормально, Старикс. Минус призрак, а вот и проблемки для команды Na'Vi. Но есть по-прежнему Зиван, который будет заходить в спину и будет удивлять команду. Ой-ой-ой, как же не вовремя. Ну, слишком долго двигался Зиван. Все-таки ожидал оппонента немного поближе к нему, но, как видим, прогадал. 16-7 Na'Vi реализовывают третий матчпоинт. С третьей попытки, точнее. Реализовывают матчпоинт и зарабатывают заведомые 3 очка. Мы с вами отправляемся на рекламную паузу. Следующий матч, еще раз повторяюсь, NIP против Clan Mystic будет тоже интересно. Так что далеко не разбегайтесь. Реклама. Raise your hand.